какой области они работают хотя бы? Музыканты. В Казахстане? Да, они со мной гастролируют. Мой близкий друг Расул. Вот он у меня на бэк-вокале поет. Одна еще подруга, Зарина, она тоже на бэк-вокале поет. Джордан, она вообще жена моего брата и лучшего друга. Ерлана Бекчурина. А Ерлан Бекчурин, он аранжировщик и саунд-менеджер, саунд-продюсер на всех моих концертах. За суфлером моя родная сестренка Раушан сидит вообще. Все в семью. Да. И за сценой, конечно, бегает папа с мамой, там, переживает за что-то. Хотя у нас есть там и концертные организаторы, и режиссеры все. И братишка родной, Мансур, играет на дамбре со мной. И другой братишка, Алихан, тоже со мной на дамбре играет. Тебе так комфортно, да, вот когда рядом с тобой твои близкие? Получается, вся твоя команда – это в основном твои близкие друзья и родственники? Да. Почему? Ну, потому что им доверяешь? Да. Ну, я вообще без доверия к людям не могу жить.